Кубанская зима для славянских футболистов не повод, чтобы на время, как говорится, повесить бутсы на гвоздь. Любительские команды не расставались со своей любимой игрой, принимая активное участие в первенстве Славянского района по футболу. В любительских командах играют самые разные люди. Есть среди них студенты, рабочие и служащие, сотрудники правоохранительных органов. Всех их объединяет любовь к этой необыкновенной игре. Ради футбола они тренируются, чтобы в игре со старыми соперниками не ударить в грязь лицом. В зимнем первенстве принимали участие 10 команд. Конечно, среди них есть различия по уровню и масштабу достижений, но почивать на лаврах никому не удается. В завершающей игре турнира на футбольном поле детско-юношеской спортшколы «Виктория» встретились команда прибрежного сельского поселения «Урожай» с городской «Авророй». Болельщики обеих команд приветствовали удачные действия спортсменов. Футболисты «Урожая» играли активнее, слаженнее, результативнее и вели в счете, забив соперникам 2 гола. «Авроре» удалось сократить разрыв в счете, но «Урожай» ответил на это 3-м взятием ворот. Его победа была бесспорной и очень важной, поскольку вывела команду в победители первенства. Бились сегодня не за 3 очка, а за 1-е место. Игра была тяжелая. Вначале, конечно, команда не уступала нам ни в чем. Сыграла свое, я думаю, качество. Ребята старались и мы настраивались на этой игре только на победу. Победитель зимнего первенства Славянского района – команда очень дружная, слаженная. И это помогает в игре. Никто не сомневался в нашей победе, ребята, потому что костяк у нас уже сформировался, играем одним составом, я думаю, это и есть залог успеха, что все играют в связке. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа поблагодарил спортсменов за прекрасную игру и судей за отличное судейство. И вот наступил самый торжественный момент награждения призеров первенства. Бронзовые награды вручаются футболистам команды «Виктория-2002» из спортшколы. Серебряные медали получает команда «Динамо», а кубок первенства и заслуженное золото спортсмены команды «Урожай». Председатель Федерации футбола Славянского района и директор специализированной детско-юношеской спортшколы по футболу «Виктория» Александр Антонюк доволен тем, как прошло зимнее первенство. Наша команда «Виктория-2002» под руководством Александра Николаевича Воронкова заняла призовое место, 3-е. Опять же, вы видели, это все как бы решалось в последнем туре. Футбол – это такая игра, тут можно выиграть, можно проиграть. Поэтому по уровню игры, футбола, я доволен всеми нашими игроками, всеми нашими футболистами. И «Урожай» – это команда уже наша, она, можно сказать, с традициями. Специальные призы были вручены лучшему игроку, вратарю, нападающему, защитнику, полузащитнику. Лучшим игроком стал Александр Нестеренко из «Урожая». Это впервые так у меня произошло. То, что награда такая, и то, что забил 3 гола в матче. Главная победа команды. Итак, зимнее первенство Славянского района по футболу завершилось. Команды продемонстрировали хороший, активный футбол, радуя своей игрой преданных болельщиков. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».